Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вот такая погода у нас сегодня, 24 марта. Так как зима наши края покидать в ближайшее время не собирается, в огороде показывать пока нечего, кроме сугробов. В этом видео покажу, чем я еще занимаюсь, кроме цветов и рассады. Хочу поделиться с вами своим удачным приобретением. Речь пойдет о хлебопечке. Купили мы это чудо 3 года назад. То есть наша хлебопечка прошла проверку временем и доказала свою надежность и практичность, учитывая тот факт, что хлеб мы печем почти каждый день. В нашей хлебопечке 19 программ. Я перепробовала много рецептов, но остановилась на своем, которого в книжке с рецептами не было. Тесто представляет собой смесь из 200 грамм ржаной муки, 200 грамм пшеничной муки первого сорта, 2 столовых ложек растительного масла, 2 столовых ложек сахарного песка, 2 чайных ложек соли, 1,5 чайных ложек сухих дрожжей и 300 миллилитров воды. Закладывать ингредиенты нужно в строго определенном порядке. Вода, сахар, соль, растительное масло, смесь из просеянной муки первого сорта и ржаной муки, и в самом конце добавляем дрожжи. Недорогая, компактная, простая в использовании. Но самое главное, чем мне еще нравится хлебопечка, это тем, что завожу все ингредиенты, а все остальное – замес, расстойка теста, выпекание – она сделает сама, без вашего участия. Тесто хорошо промешивается, поэтому в изделиях не образуется пустот. Основная программа, которой я чаще всего пользуюсь – обычный хлеб. Время выпекания – 3 часа. После приготовления не надо сразу вынимать хлеб. Он будет доходить в тепле еще час. Вес готового хлеба обычно не превышает 650 грамм. Помните вкус бабушкиного хлеба, приготовленного в русской печке? Точно такой же аромат наполняет весь дом при его выпекании. И вкус ничем не уступает хлебу из русской печки. Я трачу всего 5 минут для того, чтобы заложить в емкость хлебопечи все ингредиенты. А мои домашние уже через 3 часа наслаждаются вкусным ароматным хлебом. Если вам было интересно это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада новым друзьям и обязательно всем отвечу.